Danke an unsere Sponsoren. 3, 2, 1, поехали! Всем привет, с вами Марти, и сегодня мы в атаке. Задача нашей стороны – последовательно захватить несколько точек, которые удерживает противник. Черт, мимо? Убит! Мы наивно полагали, что сможем быстро захватить первую точку ударом в лоб, но не получилось. Поэтому часть бойцов отправили в обход, чтобы обойти противника с фланга. Противник. В дальнем конце ангара. И в этот момент мне разбили объектив зум-камеры. Очень жаль, потому что дальше в этом геймплее изображение с этой камеры либо вообще не будет, либо оно будет как в тумане. Да, страйкбол — это сплошные финансовые потери. Но есть альтернатива. Новый тактический шутер «Калибр» приглашает всех на открытые выходные с 11 по 14 октября. Только в этот период вы сможете скачать игру абсолютно бесплатно и опробовать ее в числе первых счастливчиков. Собирай надежную команду из бойцов современного спецназа, грамотно применяй навыки каждого оперативника и всегда прикрывай союзников. Условия победы – полное уничтожение сил врага. Но помни, что здесь решает не грубая сила и напор, а продуманная тактика и слаженная командная работа. А за 10 боев в период с 11 по 14 октября вас наградят уникальной эмблемой бета-тестера. Не упусти свой шанс, заходи на Open Weekend и качай «Калибр» бесплатно только на этих выходных и только по моей ссылке в описании. Нам удалось обойти противника с фланга, таким образом отрезав короткий путь для подкреплений с мертвяка. Группа противника с тыла идет, народ, давайте отрежем их, иначе они снова займут ангар. Контакт! В руинах! В руинах! Минус, минус есть! Один в поле, дальше! Вот так, в руинах. Минус, минус! Под угол!
Противник уже на углу здания. Если их оттуда не стряхнуть, то они просто закидают нас гранатами. Пока моя небольшая группа сдерживает контратаку противника, остальные наши продавливают его в основном ангаре и захватывают точку. Враг уже у входа и под окнами, готовится ворваться внутрь. Мне сообщили по рации, что точка захвачена, и теперь ее необходимо удерживать, пока не прибудет сапер. Я оставляю у входа одного человека и бегу к точке. Все. Что на флаге? Наши держат флаг, мы подходим сзади. Держим, но быстрее подходите, со стороны камышей из бугров натиск идет неплохой. Это стоит, это конвой, беги. Сапёра метите! Прикрываем сапёра. Да, все, давай! Держим! Держение под деревом! Присядь под ним! Бомба взорвана, переходим к захвату второй точки. Переходим на вторую! С левой стороны! С левой стороны один! Правый проход. Снял, минус, все. Чисто. Пробежал. Нам вновь не удается взять точку прямым штурмом, поэтому идем в обход. Все, чисто. Чисто. Где? Вижу. Снял. Шикарно. Ангар впереди. Там, где противник. Thank you.
сожалению, несмотря на все наши старания, вторую точку нам взять так и не удалось. Но все же поддержите видео лайком, подписывайтесь на канал, напоминаю, что в описании много полезных ссылок, и читайте мою книгу.